Олег Лесный, политолог, появляется в нашем эфире для того, чтобы мы обсудили, будет ли какой-то ответ у Европы на северокорейские войска в Украине. Олег, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте. Слушайте, ну не зря, получается, Путин там ходил, своим ботоксом улыбался Киму, не зря они разыгрывали это шоу. Получается, что все-таки северокорейские военные попадут в Украину, судя по этому анонсу. Каким должен быть наш ответ? Каким должен быть ответ союзников на это? Ну, для начала мы должны понять, что произошло. На самом деле Путин вот этим визитом продемонстрировал очень много таких переходов в красных линий. Это, как уже говорилось, ООН. Это то, что он показал, что два диктатора... А это, мне кажется, очень такой болевой момент для всех, в том числе и для наших партнеров. Два диктатора могут быстрее договориться о том, чтобы, грубо говоря, ввести войска на помощь своему партнеру, нежели Макрон и его друзья. Потому что Макрон был топ, скажем, политик, который озвучил достаточно трезвую мысль о том, что нужно помочь Украине на территории Украины инструкторами, теми подразделениями, которые не будут участвовать в боях, а могут там разминировать, еще что-то. И вот там начинает формироваться так называемая коалиция инструкторов, да? А тут Путин показывает, смотрите, как мы быстро все решаем. Мы поехали, договорились, и уже там через 3 недели вот уже войска помогают иностранные мне. А что вы сделаете, да? Вот это очень серьезный вызов, и он как раз перемежевывается с вашим вопросом. Вот как Запад отреагирует на самом деле на это? Потому что корейско-российский кейс, он опасен не только для Украины. Он опасен, во-первых, для региона, где находится эта страна, и также для Соединенных Штатов. Любая кооперация, а это идет сейчас проба кооперации на поле боя, условно, может быть, может не быть, может это просто такое ИПСО, но, скорее всего, войска перебросят, потому что там есть и финансовая составляющая. И вот это вот все говорит о том, что если вдруг Северная Корея захочет создать конфликт с Южной Кореей, или ударить ракетами в сторону Соединенных Штатов, опираясь на ядерные технологии Российской Федерации, плюс элементы наведения, которые им тоже могут передать. Плюс подводная лодка, которая или есть, или будет, это неизвестно, но она тоже может нести ядерное вооружение на своем борту. Вот, собственно говоря, как закрутилась эта вся игра. И здесь уже не про Украину, то есть Запад непосредственно Соединенные Штаты, они проспали этот момент, они до сих пор используют такие глаголы, как надо посмотреть, будем смотреть, но нету, что мы будем жестко реагировать на это. И пока вот такая риторика будет, ну вот, собственно говоря, этот караван будет идти. И он будет идти в сторону Российской Федерации и усиление оси зла. Хорошо, смотрите, я вот попытался найти первоисточник, да, этой новости. Чосан ТВ, есть такое СМИ в Южной Корее, вот они были первыми, которые сказали, что может быть отправка подразделений в Украину. На кого они ссылаются? Значит, они ссылаются на неназванный источник в правительстве, утверждающий, что в вооруженных силах Северной Кореи есть 10 инженерных бригад, из которых 3-4 могут быть отправлены в Донецкую область, то есть может идти около 5000 человек в одной бригаде, то есть если их будет 3-4, это 15-20 тысяч человек. А может ли быть это прощупыванием почвы? Просто вот такой заброс, причем если это сделала Южная Корея, то это в принципе вброс того, чтобы вообще посмотреть, как общество отреагирует и что-то будет с этим происходить дальше или нет. Или... Ну вот как вы относитесь к этому? Потому что все-таки первый источник — это TV Чосан, южнокорейское телевидение, которое, ну, напрямую, конечно, заинтересовано в том, чтобы никакого конфликта наверняка не было с Северной Кореей. Ну вот мне кажется, что мы сейчас обговариваем сценарий. То, что я говорил, это один сценарий. То, что говорите вы, это может быть, да, вот как бы, вот Макрон сказал, но ничего не сделано, да? И Россия как-то отреагировала. А если, например, сделать в противовес ему, если это, ну, если это, опять же таки, эта гипотеза, она опирается на то, что это совместное ИПСО России и Северной Кореи.
вот такой вброс, который был. Они могут это сделать, в принципе, это несложно. Это один вариант. Если это делает исключительно Северная Корея, ну, это тоже показывает о том, что диктаторы могут договариваться на самом деле. Мне кажется, что здесь как раз вот это вот, это ответка за то, что за неуспешный неуспешный июнь, вот это вот такая вот информационная, может и физическая ответ на то, что были успехи у Запада, у нас, и вполне это можно так рассматривать. А можно рассматривать как чистое ИПСО, просто как бы для зондажа вообще, просто на будущее. Если мы, например, сделаем это, то как отреагируют Соединенные Штаты? Будут ли они использовать риторику «посмотрим» или что-то, или конкретно что-то пригрозят? Ну, пока что, вот пока сказали, будут смотреть. Хорошо. Есть вот такая гипотеза от экспертов, да, что, представим ситуацию, начинается обстрел этих инженерных войск, которые находятся на территории Украины. Они находятся, естественно, возле российских военных баз или возле российских воинских соединений. Значит, от украинских снарядов погибают северокорейцы. По их закону, они же признали, да, так называемый ЛДНР частью Российской Федерации, и они погибают на территории России, по их мнению. Получается, что их атаковала Украина на территории суверенного государства. Опять-таки, все это мы берем в кавычки. Может ли это стать прецедентом для дальнейшего какого-то конфликта? Может ли Северная Корея это использовать как прецедент к началу боевых действий и объявлению войны, не знаю, там, Украине и Южной Корее после этого? Или это слишком сложно? Ну, вот Южная Корея здесь же ни при чем. Это если оружием Южной Кореи гипотетически по военным Северной Кореи на территории ЛДНР. Ну, это очень так уж... А мы можем. И южнокорейским. Нет, конечно, можем, но дело в том... Смотрите, здесь есть два момента, которые я с военными экспертами обговаривал. Может быть, например, условно этих инженеров и строителей привозят, да? Их привозят там, ну, не такое количество, а не меньше количества привозят, пробно имею в виду, реальных военных, которые как бы должны защищать них. Но тут вопрос был в чем, приедут ли они в форме своей и будут открыто это делать, или их, как обычно, переоденут во все русское, и будут говорить, что их там нет. Вот здесь очень много нюансов, да. Если это будет демонстративно, и вот, допустим, они являются законной целью. И смотрите, а что будет дальше? Ну, вот я сразу отбрасываю Южную Корею и все остальные моменты, потому что это не Южная Корея будет убивать, ну, условно, да, нанесет удар. Тогда что, а куда нам хуже уже? Ну, значит, они могут тогда поставлять уже в открытую, они уже условно поставили военных на нашу территорию, они не условно, а точно передают миллионами снаряды и ракеты, ну, значит, они просто не будут больше прятаться, они вот будут это делать публично, но влияние на ситуацию в Украине и в войне, оно будет одинаково и тогда, и сейчас, потому что они уже, по большому счету, уже не собираются прятаться, если одна гипотеза. Другая, если спрятались, ну тогда никто не виноват, пускай доказывают. У нас же очень много наемников с Кубы, там, ну немного, но есть, да, с Непала и так далее. Ну их убивают, но на самом деле никто как бы не объявляет нам за этого войну. Поэтому здесь все очень намешано, и мне кажется, что пока что это сейчас вот это вот туман войны. Он обязательно осядет, и мы поймем. Сейчас очень все быстро развивается. Если это не случится, если они не приведут эти войска в начале июля, да, ну тогда это было и все. Если введут, значит будут вот эти сценарии другие разыгрываться. Я думаю, что это точно будет известно очень быстро, если этот факт таки осуществится. Но искренне надеюсь на то, что это не произойдет, потому что, ну, точно другие контингенты нам не нужны. Какие-то сумасшедшие, которым россияне обещают, конечно, прописку где-то под Воронежем, этого имеется, но какие-то большие соединения, это было бы, конечно, минус. Спасибо вам большое, Олег, за участие в эфире. Важный вопрос обсудили. Олег Лесный, политолог, был в эфире у Карины сегодня. Да, спасибо. Всего доброго.